Насколько я понимаю, как красные папочки, которые, из которых Путин э, получает информацию, даже ну, с учетом того, что 2023 будет сейчас, это не метафора речи, это реальность, правильно? Я понимаю, вот он получает информацию, да, вот из доклада, старая скажу, старая, как бийская школа, верно? На бумаге. Путин, э, насколько мне известно, он э, либо совсем не умеет пользоваться интернетом, либо, так сказать, может быть, и умеет этого, ну, я, по крайней мере, точно не знаю, но старается этого не делать. Здесь, здесь в силу вступает такая вот конспирологическая, так сказать, направленность его личности, то есть человек уверен в том, что все вот это вот изобретение, интернет, как известно, изобретен, значит, американской военщиной, ну, он правда изобретен в американской военщине. Здесь, здесь не поспоришь. Но для Путина все, что изобретено американцами, это инструмент слежения, он абсолютно убежден. У него нет телефона, он не пользуется телефоном, он не пользуется там, всякими айфонами, значит, андроидами и так далее, потому что это все сделали американцы это инструмент слежения. И поэтому он этим ничем не пользуется. Поэтому компьютер для него просто предмет мебели. Ну и средства связи, когда он э, должен, так сказать, дистанционно общаться с, э, со всякими людьми. Но он не пользуется интернетом, он ну, да, предпочитает бумажные носители.